практически во всех матчах. За «Торпедо» в нынешнем сезоне Горков принимал участие. Бросок 2-0! Ну, порядка 10 секунд потребовалось на то, чтобы реализовать численное преимущество нижегородцам. И принимает поздравления Ярко Иммане. Недавно был вызван из системы ХК в МФ. Даже, наверное, из СКА 1946. 3-0! Имане! И выигрывают намного чаще, чем гость. Вот я не знаю, с чем это связано. Такой настрой. Вообще всего один раз удалось. Михаил Григорьев, ты еще достаточно молод, 22 года, но уже так выглядит очень солидно, играет. Уверенно добивание, гол! 4-1! Хэт-трик! Ярко Иманина! Полетели, похоже, там. Ну, не бейсболки, в общем, головные уборы. Иманин, нет, бейсболки. Молодцы нижегородские болельщики. Просто красавцы. Еще одна шайба Иманина в большинстве. Вы знаете, по большому счету, это все три они в большинстве. Хоть в протоколе, конечно, будет значиться второй гол Иманина. Заброшены в равных составах, но ну, там только Торресов появился, еще не успел даже добежать, помочь. Бросок, Салок отбивает шайбу перед собой. Иманин, похоже, то, что было вот в первом периоде тоже в большинстве. Хеттанин бросал. Красота.